В Могилеве стартовала областная эстафета памяти. В этом году она приурочена к 70-летию Победы. Ветеранов Великой Отечественной пригласили в мэрию, чтобы не только поблагодарить за подвиг в годы войны, но и вручить юбилейные медали. Конечно, прийти смогли не все, здоровье многих уже не позволяет, но, как заверили в горисполкоме, всем без исключения ветеранам Могилева вручат награды. И приедут на дом с медалями уже в ближайшие дни. Действительно, огромную работу сделали, начиная от их боевых подвигов в годы войны и в годы послевоенные восстановления, значит, работа на предприятиях нашего города, работа по патриотическому воспитанию молодежи, это однозначно ими сделано огромное-огромное. Поэтому я им сказал спасибо. Ветераны Великой Отечественной оставили свои подписи на знамени, символики единства тех, кто сражался за победу. Далее оно отправится по всем городам Могилевской области. Планируется, что свои автографы оставят 1396 фронтовиков.